Но здесь вот вырытые ямы, крест валяется. Тут вырытая яма. Больше часа у меня понадобилось, чтобы найти место захоронения Федора Махнова. Еще по кладбищу деревенскому поблукать. Но на самом деле это не совсем уже его место захоронения, поскольку в 30-х годах сын его учился в Минске в медуниверситете, и тамошние деятели медицины предложили выкупить скелет за 5000 советских рублей. Ну, сын и согласился. Во время войны скелет пропал, ну и сейчас неизвестно, где он находится. Так что могила пуста. На самом деле интересное получилось путешествие, места такие таинственные. Сложно передать на камеру ощущения, но когда ты идешь по вот этим вот лесам, по полям, когда изучаешь историю, это особое чувство. С одной стороны, я рад, что получилось совершить путешествие сюда. Мне удалось найти место захоронения Федора Махнова,